Трамп розбомбив Москву, Макрон дасть інструкторів, принаймні хочеться в це вірити, а Путін почитав Конституцію. Правда, не свою, чужу, тому що на свою він поклав дещо те, про що не можна говорити в ефірі, бо нас заблокують. Мене звати Ірина Узлова, зі мною Борис Тізенгаузен, політехнолог, традиційна щобудня. Борисе, привіт, рада бачити, слава Україні! Вітаю, героям слава. З сумасшедшої бункерної молі і почнемо. А значить, в Верховній Раді України відповіли на закиди Путіна у чергові про нелегітимність президента України Володимира Зеленського. Слово вивчив дуже легітимний російський диктатор, який 25 років при кермі правління Кремлем. Його ніхто не вибирав і не просив, але він нікуди не уходить. Він просто дорогу забути. Я так бачу, в нього проблеми, напевно, з орієнтацією в просторі, просто топографічний кретинізм, тому що він ні дорогу до Кремля, ні дорогу до нашої землі забути ніяк не може, але ми йому покажемо, йому і російським окупантам. Значить, спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук порадив Путіну вельми доцільно перечитати свою власну конституцію перед тим, як посилатися на наш основний закон України, при цьому говорити, що відповідно до його положень, як знає Путін, чи хтось йому сказав, може йому ПЗЖ подзвонили, це теж проговоримо, розповіли. Значить, і каже, що президентом України є Володимир Зеленський, так буде до кінця воєнного стану. Давайте почуємо спікера парламенту і повернемо сюди. Президентом України є і до завершення воєнного стану буде залишатись Володимир Зеленський. І все це відповідно до Конституції та законів України. Зрозуміло, що проголошені сьогодні російські наративи є настільки ж передбачуваними, наскільки й безглуздими. Єдине бентежить, що окремі українські політики, ніби готуючи підґрунтя, майже слово в слово цитують висловлені наративи, зокрема і у стінах українського парламенту. І наостанок, як говорив наш Тарас, чужого навчайте та свого не цурайтесь. Тому було б дуже добре, якби окрім Конституції України на Росії почали читати свою власну Конституцію. І йдеться не про якісь примарні для Росії засади демократичного устрою чи прав людини та громадянина. А хоча б у тій частині, де сказано, що Російська Федерація вживає заходів із підтримки та укріплення міжнародного миру та безпеки, забезпеченню мирного співіснування держав і народів, аби далеко не гортати, це стаття 79 пункт 1. Ну от, а давайте ще згадаємо, як Путін напередодні, він там з цими зарубілями своїми, як називає їх Шетельман, пропагандистами спілкувався в Узбекистані, чи він там є, роз'їжджає по країнах, де його ще пускають і по місцях, значить, своєї легітимної влади, так би мовити. І, значить, поспілкувався і сказав, що всі тут нелегітимні, а потім оцей вражеський захід, коли всі непопулярні умови українська влада реалізує, які вони ставлять перед нами і нашим народом, захід їх чик-чик. Почуємо. Конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Рады. А продление полномочий президента в Конституции Украины ничего не сказано. Первое. Второе. Действительно, закон Украины о правовом статусе закона о правовом положении, закона о военном положении, говорит о том, что в период военного положения выборы президента не проводятся. Есть статья 111 Конституции Украины, которая говорит о том, что в этом случае полномочия верховной власти, фактически президентские полномочия, передаются спикеру парламента. Тем более, что в условиях действия закона о военном положении полномочия парламента продлеваются. Насправді, оцей процес делегітимізації Зеленського і нашої влади росіяни давно вже розкручують. Да? Це таке продовження просто. На кого воно орієнтовано, щоб ви, Борисе, порадили почитати, яку конституцію Путіну, бо що ж він свої і знайде, він її переписав десь тисяч раз під себе. І як ми маємо на це взагалі реагувати, чи має на це якось реагувати Захід, чи це просто можна обходити повз? Здесь есть несколько моментов, на которые важно обратить внимание. Во-первых, я считаю, что эту тему поздно и недостаточно объемно отработали, в том числе и технологи офиса, потому что мы с вами помним, что возникла эта тема еще осенью. Ну, то есть там важно было просто разъяснить, да, там Конституционный суд, ну, какие-то там уже юристы знали, как это правильно разъяснить, но дождались, до, как говорится, до упора,
Понятное дело, что россияне такую тему, конечно, никогда в жизни не пропустили. И вот сейчас мы видим, но еще раз подчеркну, все это можно было и нужно было разъяснять гораздо раньше, вывести просто понятных экспертов по конституционному праву и пояснить, не дожидаясь. Ну, короче, знаете, гасим уже в самый последний момент, как у нас часто. Вот тут это просто как бы кирпичик в огород я забросил тех, кто прощелкал эту тему. Значит, что касается позиции и почему Путин сейчас эту тему поднимает. Ну, во-первых, дата, а во-вторых, помните, у него был посыл, я сейчас объясню, почему я к нему возвращаюсь, военные Украины, берите оружие в свои руки, нам с вами будет проще договориться. Помните такое? Точно, да. Да, вот здесь история: Верховная Рада Украины, берите власть в свои руки, нам с вами будет проще договориться. Все, мне кажется, как под копирку. Принцип разделения так называемого бунта внутри Верховной Рады. Здесь нужно понимать, что тоже не беспочвенно. Помните, Давид Арахамия говорил, 20 человек хотят выйти, но мы их не пускаем. На самом деле, по моим данным, там больше гораздо. То есть получается, что в принципе, вот как есть определенные противоречия, на которых пытается играть в том числе и российское ИПСО. Вот. На Запад, естественно, этот посыл, куда, ну, его пошлют куда подальше, даже Орбан не рискует говорить про нелегитимного Зеленского, потому что там все понимают, что, ну, раз с Зеленским договариваться после войны, конечно же, будут выборы, вот тогда уже там посмотрим, кто новый придет. Сейчас есть Зеленский, с ним разговариваем. Это на Западе так думают. А вот это как раз да. Про нелегитимность, это больше на внутреннего пользователя здесь. И на условных союзников Путина. То есть он посылает сигнал другим своим этим участникам клуба диктаторов, что, мол, смотрите, это вообще там бессмысленно разговаривать, давайте нового, давайте другого. Ну, то есть здесь все логично и понятно. Но еще раз подчеркну, что тему эту нужно было отработать и закрыть еще в конце прошлого года. Ну, але ми не відпрацювали і не закрили, але на внутрішню аудиторію нашу точно не спрацює. Ну, ми ж всі розуміємо, які вибори під час воєнного стану, хай да, не допрацювали, але це теж треба недопрацювання, це навіть не камінь, це такий як паросток попередження, тому що це далеко не останнє. Ми з вами розуміємо інформаційно-психологічна операція Путіна, тому що ми вчора тільки в ефірі обговорювали, да, що вони вже спеціально під це заточують, готують прямо зі студентських лав, а скоро зі шкільних будуть. Ось таких тих, хто буде розганяти такі інформаційні вкиди, як частину гібридної війни. Водночас насправді це провалиться і не спрацює. Для чого тоді взагалі вони це запускають? Щоб тримати якби на плаву ось ці такі свої методи протидії і війни? Ну, во-первых, это определенный рычаг давления на Запад. Сейчас поясню, в каком контексте. В контексте перспективы переговоров. Оце, например, перед самітом. Да, например, Путин говорит, да, мы готовы, вот готовы там где-то в Саудовской Аравии или где-то, но не можем, по закону не можем, вот и Путин же выучил там две статьи Конституции, вот потому что если мы сейчас что-то подпишем с Зеленским, но этот документ не будет иметь никакой юридической силы, потому что вот почему я вам объяснил, статья 111 и так далее, и так далее. То есть это давление, дайте, Путин скажет, дайте кого-то, он будет Запад пробовать именно вот в этом плане. Кто подпишет? Если Запад согласится, скажет, ну, такие условия у России, то все, как бы миссия выполнена. То есть Запад автоматически сам делегитимизирует Зеленского. Конечно же, Запад на это не пойдет, но рычаг давления, дайте другого, с этим не могу подписывать. Тем более он сам, там есть постанова, решение СНБО, с Путиным не разговаривает. То есть это вот Путину придумали, как перекрыть обиду от того, что его фактически с ним запретили разговаривать. Помните, он же все время вопил, они там декрет издали. Декрет, со мной нельзя разговаривать и так далее. То есть ему перевернули чисто политтехнологически, теперь он в атакующей позиции. Я думаю, что
Сейчас они эту кампанию откатают через своих официальных спикеров, и она закончится, потому что не достигнет определенного результата. Ясно. А для него кто легитимный тут, Янукович? Так тут главный вопрос. А как это ты, Путин, вообще? Ну, то есть, ну, не тебе, во-первых, про конституцию законы, которую под тебя там 100 раз переписали. Да. Во-вторых, это говорит моль, которая взяла, вписала себе просто в тупую чужие области, чужой Земли, страны. Да, в свою. И он там еще ссылается на какие-то конституции, еще давай на международное право посмотри. Поэтому, конечно же, но это классика циничная такая пропаганды российской. Да. А для чого Путін об'їжджає оці дружні країни, Борис, як вам видається, після своєї самої інавгурації 7 травня, точніше, самоперентронізації, та він відвідав Китай, відвідав Білорусь, перебуває в Узбекистані. Це він зброю шукає, чи що, як кажуть деякі експерти, чи шукає якоїсь підтримки, для чого, яка мета? Вот понимаете, что самое интересное, когда мы говорим, что там Путину кто-то поставляет оружие, по большому счету, для многих оружие – это вот оружие, снаряды, артиллерия, там пушки, стволы, там еще что-то, да? Но оружие сейчас – это платы, это микрочипы, это электроника. То есть болванку для ракеты Путин у себя сделает, топливо раздобудет, начинку, чипы, платы, системы наведения – вот что есть оружие. То есть вот когда мы говорим поставки оружия, нужно и это иметь в виду. Украина, серийное производство, пока не может делать свои ракеты, но идет к этому. Потому что у нас нет начинки этой, мы ее не производим, ее нужно достать и собрать. Вот что станки, на которых Россия определенные части ракет делает, это тоже вот про что мы говорим. Потому что саму болванку, там, топливо, все это не проблема. Путин катается по своим дружбанам этим, которые его сейчас активнее ценят, потому что у него все дешевле в его горящем супермаркете. Он катается, во-первых, с целью помощи России в обходе санкций именно как раз вот по товарам вторичного назначения. Поэтому это очень важно. Вот Путин сам сейчас черные метки разводит, куда он поехал, за теми следить особо внимательно. Плюс я до сих пор удивлен почему-то, что есть, например, Кипр, Мальта, страны, которые постоянно там саботируют санкции против нефти путинской. Есть еще некоторые страны, которые постоянно саботируют санкции против российской нефти. Сами страны очень маленькие, причем еще приторговывают золотыми паспортами для россиян. Я говорю сейчас про Кипр, Мальту. Эти страны помогают Путину через теневой флот обходить санкции. И Греция, кстати, тоже. Но это, кстати, очень заметно. Те, кто послов своих к Путину на инаугурацию отправил, собственно, они все там. И никто вдруг ничего не может сделать с теневым флотом Путина. Целый Европейский Союз вводит санкции, потолок устанавливают. Но находятся какие-то уже под 1000 танкеров, которые спокойно себе перегружают в море, возят, продают, игнорируя потолок. И никто в современном мире, где все со спутников видно, всем вообще, никто не может понять, как это, кто Путину помогает обойти санкции. Поэтому здесь очень много вопросов. Я почему коснулся? Потому что для Путина важно сейчас будет партнеры по ОДКБ, насколько будут помогать ему санкции обходить. И самое главное, после декабрьского закона в прошлом году Соединенных Штатов, который как раз-таки призван наказывать за помощь в обходе санкций, как будут карать всех этих представителей клуба диктаторов? Мне почему-то кажется, что пока что не сильно как-то так карают.
не сильно карають. І Іран на Ікандер відкрито поставляють зброю Росії, причому Іран і комплектуючи до шахедів поставляв, і Акитай мікрочіпи до цього. Вчора, да, Wall Street Journal написали, ми обговорили, що 6 тисяч дронів може Росія виготовляти на рік, але при цьому вже випереджає в Татарстані виготовлено 4500 вироблено зараз квітень місяць. Водночас президент України Володимир Зеленський, говорячи теж про клуб диктаторів, каже, що ми достеменно знаємо, що не лише Іран і Ікандер поставляють Росії зброю, є і хтось третій. І він тут не зайвий, а допомагає, на жаль. Згадується, що 22 травня міністр оборони Великобританії Грант Шарп сказав, що в них є дані американської і британської розвідки про те, що Китай поставляє або буде поставляти зброю до Росії. А сьогодні виходить публікація The Washington Post, де політичний оглядач Девід Ігнейш, посилаючись на свої джерела, стверджує, що на початку повномасштабної війни ще лідер Китаю Сі Цзіньпінь був готовий надати Росії військову допомогу, але президент США Джо Байден змусив його передумати. А чи зараз то мусив Китай передумати? І чи дійсно під оцим третім нелішнім для Путіна може насправді ховатися Сі Цзіньпінь? І як тоді це вкладається в його такі намагання зараз просувати його бачення миру в Україні? Кажуть, може, кулуарно він веде навіть переговори. Тоді де ти чи зброю поставляєш, чи про мир говори? Не б'ється це разом. Да, от мені хтось із знаючих моїх зрителей в коментарях дуже подробно розложив, про яке оружие мог говорить министр обороны Великобритании. Возможно, это были порохи различных модификаций. Это сейчас большой дефицит, потому что много уходит. И, то есть, опять же, если мы говорим про оружие, то платы и чипы, и ракетное топливо, оно же как бы не сильно считается оружием, правда? Но Россия из этого всего потом собирает ракеты. Поэтому здесь важно, там не кто-то третий даже, там их с десяток, если не больше этих стран. Кто-то помогает авиазапчасти поставлять, кто-то помогает двигатели, станки и так далее. То есть куча. Просто понимаете, если Россия за это платит X3, ну там тройную цену, то ты просто на ровном месте становишься богатейшим человеком. То есть на себя Россия купить не может, а вот через тебя готова платить в тройном размере. Так же, как сейчас автомобили элитные гонят в Россию. То есть ввоз-то запрещен туда, но если вы посмотрите по камерам там, на крупные города российские, они полны автомобилей даже этого, прошлого года выпуска. Немецких, американских, каких хотите. Как они туда попадают? Вопрос. Ну, значит, помогают. И это такой пример очень простой. Там есть еще посложнее. Поэтому особое внимание к ОДКБшным друзьям Путина, это вот 200%, особенно схемы транзитного вот этого импорта. То есть, когда едет поезд, условно говоря, в Казахстан с какими-то товарами двойного назначения, но проезжает через территорию Российской Федерации, а в Казахстан уже пустой приезжает, разгрузили, как говорится. Поэтому там все по накладным, все приехало. Ну, то есть, вот к этим моментам, конечно же, еще раз подчеркну, Россия не производит ни одну ракету из полностью своих комплектующих. И вообще ни одно оружие не производит из полностью своих комплектующих. Ну, практически. Це ненормально взагалі все. Ненормально, що на третьому році повномасштабної війни, 11-му році вторгнення Російської Федерації, досі ось такі події відбуваються. А вот знаете, Ирина, вот простите, я тут отступление. У нас же целая группа да. Создана. По санкциям, да. Которая, ну, наверное, призвана не только санкции против России вводить, здесь и так все понятно, кстати, тут еще нужно разобраться, мы там что-то еще торгуем или не торгуем, ну, кроме транзита газа, покупаем у Беларуси, мы, например, там какой-то, или у России аммиак, или калий у Беларуси, мы что-то покупаем, здесь надо подразобраться. Так вот эта группа, она, в принципе, с помощью там асинт-методик, могла бы уже давным-давно найти, сделать список. Там тот же, например, Raiffeisen, оказывается, вовсю просто
вот как раз по этому поводу сейчас банкам там Соединенные Штаты погрозили, вы давайте-ка заканчивайте. То есть от больших крупных до мелких, кто продолжает работать, ну просто провести такую масштабную работу и нашим западным партнерам сказать, смотрите, если вы вдруг не нашли, то мы вам вот работу провели и сделали. Я, может, она и есть, я не знаю, просто я не слышал в информационном поле. Мне кажется, это было бы очень интересно. Кто там? А может быть, тот, кто там, мы действительно был проект закона, может, мы маркируем тогда их товары здесь, что эта компания продает также в России, платит там налоги, а эти налоги идут на войну. Примить, ну, то есть просто вот маркер такой, да, на продукте. Ну, вот это было бы интересно и полезно, мне кажется. Если рядом стоит такой же товар, в такой же ценовой категории, то я уверен, может, даже в другой, то я уверен, что люди бы принимали решение, ну, уж точно не в пользу тех, кто в России продолжает платить налоги и содержать российский ВПК. Да, було б дуже і провести такий моніторинг, і отакі ініціативи запровадити. Я думаю, що це корисно було б для цієї групи Єрмак Макфол ініціативної. Будемо шукати ми відповіді на ці питання, звісно, тому що тема обширна і проблема ще більш глобальна, як мені видається. Значить, Сполучені Штати Америки кажуть, що вони будуть брати участь в саміті миру Швейцарії, але не кажуть, в якому форматі. Карін Жан-П'єр вийшла, ми завжди підтримуємо. Про те, чи прийде Байден, знову таки неясно нічого, дуже інтересно, але непонятно. Зеленський вчора в Бельгії каже, не приїде Байден, буде Путін аплодувати стоячи. Наші політологи, зокрема Микола Давидюк, каже, трохи ризикований такий меседж, але тим не менше правдивий. Сполучені Штати водночас, каже Меттью Міллер, речник Держдепу США, змінили свої позиції щодо застосування американської зброї для ударів по російській території. Це не заохочується, не вітається. Нічого дивного вже теж не бачу в цьому, звісно. Але якраз би від позиції Сполучених Штатів, як каже військовий експерт Олександр Мусієнко, і залежало би рішення багатьох інших, потім великих гравців, дати цей дозвіл. А водночас на одному із заходів, як пише нам The Washington Post, екс-президент США Дональд Трамп заявив, що розбомбив би Москву, якби Російська Федерація вторглася в Україну під час його перебування, кермування в овальному кабінеті. І Пекін так само, якби Китай вторгся на Тайвань. Чи дійсно поміркована політика Байдена, а політика Трампа могла би бути такою вибуховою в прямому і переносному сенсі? Ну, Трамп, звісно, вміє епатірувати. Він же предлагав там бомбити, приклеїти на самоліти, значить, китайські знаки розпізнавання і кого-то там побомбити, щоб подумали на Китай. Ну, звісно, з фантазією у нього все в порядку. Да, но он действительно гораздо радикальнее Байдена. И я смотрел недавно отрывок, как Блинкина действительно распекал там один сенатор, распинал, не знаю, когда говорил, ну вот смотрите, там, я приводил примеры, что при Трампе, например, там Иран продавал 300 тысяч баррелей, сейчас 2 миллиона продает. Как так? У Трампа что, какое-то было волшебное... палочка, что он мог, или контрабандные суда, было 40 при Трампе, сейчас их 200 больше при Байдене. Что, вы говорит, ребята, хотите договориться с ними? Так это плохим закончится. Поэтому Трамп радикальный, действительно. Трамп, я на 200% уверен, что Байден бы не отдал приказ уничтожить иранского высокопоставленного генерала. Я уверен. А Трамп, кстати, это уже кто-то из его биографов говорил, что он, уходя со своей должности президентской, хотел войнушку с Северной Кореей начать, и Байдену ее в наследство оставить. Ну, то есть начать войну или там более жестко действовать, почему бы нет? Да, он иногда очень, как это, биполярочка у него, ну и в хорошем смысле, это не оскорбление. То есть тут он... Путину там войну за 24 часа, отдать там чего-то, тут наоборот бомбить Москву, он, кстати, и Пекин еще сказал бомбить, не только Москву. Да-да-да, поэтому... если Китай вторгнется в Тайвань, так. Да, торговые ограничения Трамп жесточайшие против Китая ввел. То есть я в данном случае считаю, что без радикальных решений со стороны сильных мира сего, именно Соединенных Штатов, не обойтись и Россию не сломать. Мы же видим, как оно все идет очень странно, очень как-то так. Путин там прям окрылился, ходит с довольной рожей постоянно, какие-то рассказывает про нелегитимность.
Вы вспомните конец 22 года. Забился в бункер и сидел, пропускал все свои прекрасные обращения, которые он делал. Поэтому все сильно поменялось. И есть ощущение... А вот, кстати, обратите внимание, вот постоянно мои зрители, читатели, они, когда тема какая-то там, поставок оружия, самолетов, и витает в воздухе, если раньше, например, год назад, чтобы там Запад нас предал, или там вот ставить под сомнение помощь, что нам-то, ну нет, нам, конечно, поставят, конечно, то сейчас каждый второй комментарий, да, они вообще мягкотелые, где времена Рейгана, где настоящие политики, где все вот это. Ну, то есть, такие прям неприкрытые обвинения в сторону наших западных партнеров, хотя я их всех всегда благодарю. Много, мало помогаете. Всем большое спасибо. Главный вопрос, если вы хотите довести до ситуации заморозки и, мол, вам придется отдать, мы вам не будем давать оружие для наступления, вам придется так или иначе, либо добровольно, либо принудительно отдать часть своих территорий, так вы так и скажите прямо, что у вас идея такая. Понимаете? Я розумію, та, але вони... Прямо ніхто нічого не каже, як видається. Ні, ну, Макрон каже, і може Зеленський з ним буде зустрічатись наступного тижня, і він скаже, що він таки веде війська, каже, що він там роз'яснить питання про інструкторів. А тут чогось чекати взагалі чи ні? Хоч від когось. От це, кстати, класичний примір. Ой, жалко, в кінці це ми затронули. Значить, як Європа приймає рішення розрішити Україні бити по... территории России, это классический пример окон, ну, окна Овертона. Как сдвигается это окно от вообще недопустимого до нормального, это просто классика. Я сегодня, кстати, запишу на эту тему видео. Это очень интересно будет. Поэтому обязательно подпишитесь на мой канал. Сделать это очень просто. Если вы нас на YouTube смотрите, здесь внизу синими буквами Тизенгаузен написано, нажимаете и потом подписаться, и не пропустите. И, конечно же, на этот канал подпишитесь, на котором вы нас и сейчас смотрите. Дякую за рекомендацию, теж рекомендую, 30 секунд часу. Так розгорне війська Макрон чи ні? Про войска, про инструкторов, думаю, да. А бить по территории России, да, в ближайшее время будет оговорен, мне кажется, определенный радиус, куда могут лететь. Если Макрон сказал, да, давайте так даже. Вообще нам нужно разрешение от трех стран. США, Немеччина и Франция? США, Великобритания и Франция. Потому что Германия нам Таурусы не дает. Ну и тут нам не даст, да, ведь ничего не даст. Списываем его. Разрешение на Storm Shadow и на Скальпы. Вот на что. А, ну и еще на F-16, но там сложнее все будет. Потому что, ну, остальное, вот там, например, шведы говорят, бейте, да? Ну, хорошо, арчером на 40 кілометрів, ну, куди? Ні, але дякуємо. Все одно, да, але да, чому супер, цей, знаєте, конечно. Як пишуть західні медіа, цей growing horror, коли оцей так наростає ось цей ігул і погодження, одна країна, друга, третя, вчора буквально за годину, да? Латвія, Швеція, Польща. І отак, чим їх більше, тим і інші дивляться і думають, а ми що, якісь боягузливі чи що? І теж можуть в цей хор вписатися своїми голосами дзвінкими. Совершенно вірно. А ми підспіваємо і подякуємо. Борисе, безмежно вдячно. Завтра ми зустрінемося з моїми колегами. Ми побачимося вже в понеділок, напевно. Ну, так, нас це виходить, але завжди нам буде точно про що поговорити. Спасибі вам, бережіть себе, до зустрічі. Борис Тізенгаузен, політехнолог, Ірина Узлова мене звати. Дякую, друзі, що ви з нами вже більше року. Кожен день нам дуже приємно. Якраз трошки ви нас не побачите і засумуєте, я впевнена. Але щоб не сумували, просто підпишіться на YouTube Бориса. Дуже легко знайти його в описі під цим відео. Там щодня чимало відео, більш розгорнутих роз'яснень на ті теми, які ми динамічно проговорюємо в нашій картині дня. І також, звісно, аналітика на різноманітну тему. Пишіть і щонеділі спілкування напряму з Борисом. І на YouTube 24 теж підписуйтеся, будь ласка, тому що тут моїх програм більше. Якщо вам, звісно, цікаво, а бачу, що це так, за що теж дуже дякую, хоч не всім встигаю відповісти. Теж підписуйтесь, майже 7 мільйонів нас. Дуже вдячні і раді бачити кожного. Бережіть себе, побачимося, переможемо.